Уолл-стрит, это как считается, как бы жемчужина как бы капитализма, да? Находится в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке, в Манхэттене. И я проработал несколько лет на Уолл-стрите, я понял одно, что как бы доверять можно, но не обязательно надо доверять каждому брокеру или трейдеру. Надо все проверять законы, чтобы знать, куда ставить свои деньги. Именно это важно для инвесторов, которые хотят приумножить свои инвестиции. И именно они не знают, как это делать на рынке купли-продаж акций, да, или опций. Но в этом случае они как обращаются именно специалисты Уолл-стрита. Но Уолл-стрит это вообще, как вам сказать, это сложная атмосфера. Там, я бы не сказал, там можно доверять каждому. Это надо быть осторожным и надо быть довольно-таки... Легко попасть? Трудно попасть. Тоже Уолл-стрит это место, где крутятся большие деньги, где большие возможности. И что характерно для Уолл-стрита, здесь именно ищут людей амбициозных. Тех, кто не принимает ответ «нет» за ответ. Они всегда готовы сделать все, что надо, чтобы сделать сделку, закрыть сделку. Да? Вот. В Уолл-стрите есть такое выражение ABC, как ABC, да, по-английски, как алфавит. Это все стоит как «always be closing». ABC, always be closing. Это вот это выражение всегда в уме каждого профессионала, так как человек должен всегда, когда он начал сделать, он должен закрыть эту сделку. Поэтому там атмосфера такая очень такая сложная и больше стресса. И многие там не остаются, потому что там на самом деле много работы с утра до ночи. Не знаю, что эта сделка пройдет или нет. Так что, ну, такая.